Шампунь Виши, Виши для роста волос, состав и преимущества правила нанесения. Противопоказание стимоксидин не отторгается человеческим организмом, напротив, является естественным составляющим человеческого волоса. Его открытие является заслугой концерна L'Oréal, который принадлежит бренд Vichy. L'Oréal провел тщательные исследования, которые доказали абсолютную безопасность стимоксидина и отсутствие побочных эффектов при его использовании. Противопоказаний к применению для лечения алопеции дерко с неожиником выявлено не было. Фото да и после правила применения употребления шампуня заметно отразится на состоянии локонов, если лечение им начать в правильный период. Начинать его следует в фазу бездействия, время, когда выпадение волос происходит наиболее активно, а новые волоски при этом не растут. Эта фаза имеет свойство продолжаться в среднем до года, и за это время внешний вид прически может заметно ухудшиться. Подробнее о фазах роста волос читайте на нашем сайте. Шампунь Диркоз может использоваться как совместно с ампулами, входящими в гамму неоженик, так и самостоятельно. При одиночном употреблении шампуня существенного роста волос не происходит. Зато они становятся гораздо мягче, послушнее и, что немаловажно, объемнее и плотнее. Также происходит благоприятное воздействие на кожу головы, профилактика заболеваний покровов, предотвращение сухости или чрезмерной сальности, стимуляция фолликулов. Мытье волос шампунем осуществляется по стандартной схеме: нанести на влажные волосы, вспенить, оставить на 1 минуту для более глубокого воздействия, тщательно смыть. Он является гипоаллергенным продуктом и разрешен к ежедневному применению. Эффект от использования: используя шампунь совместно с ампулами для роста волос, можно достигнуть максимального эффекта всего за 3 месяца, кардинально преобразив внешний вид прически. Недостатком Vichy Dercos Neogenic можно считать его стоимость. Однако, учитывая то, что шампунь является профессиональным средством для восстановления волос, существенным его вряд ли можно считать. Узнайте больше о средствах для улучшения роста волос благодаря следующим статьям: что такое стимулятор роста волос, виды и правила применения, лучшие лосьоны для роста волос, принцип действия и рецепты приготовления в домашних условиях. Как действуют кремы для роста волос, обзор популярных тоников для роста волос, насколько эффективны мази для роста волос, секреты выбора хорошего бальзама для роста волос, полезный видеошампунь, который лечит, принцип действия шампунь Dercos Neogenic, как и другие продукты, принадлежащие компании Vichy, относятся к лечебным. Он разработан для борьбы с одной из главных проблем волосяного покрова – облысением. На появление алопеции в той или иной степени влияет множество факторов, не всегда поддающихся исправлению. Поэтому французский бренд с мировым именем разработал уникальную гамму средств, чья эффективность была подтверждена многими пользователями по всему миру. Состав и преимущества: формулы шампуня Neogenic обогащены молекулой стимоксидина, так называемым уплотнителем волосков. Стимоксидин способен одновременно насыщать питательными веществами и укреплять уже имеющиеся волосы и провоцировать на рост спящие луковицы. В Dercos Neogenic это вещество включено, 5% концентрации которой достаточно для успешного лечения больных локонов. Кроме стимоксидина, состав шампуня дополняется витаминами 5-6-РР, а также целебной термальной водой, которая берется из источника одноименного французского города Виши. Косметика, созданная на основе этой воды, имеет гораздо большую действенность, чем аналогичные средства других производителей. Преимущество шампуня: прошел клинические исследования и всевозможные тестирования, являясь абсолютно безопасным и гипоаллергенным средством. Активно восстанавливает состояние локонов, придавая им ухоженный и здоровый вид. Является продуктом знаменитого концерна, славящегося своей репутацией. Применение такого шампуня показано при следующих случаях: выпадение волос, значительно превышающую суточную норму, тонкие, слабые волосы, редкие волосы с небольшими проплешинами и залысинами, отсутствие объема, пористая структура волос, сиборея. Рекомендуем прочесть. Стоимость косметических средств Vichy полностью соответствует их качеству и эффективности. Лечебное средство Neogenic можно приобрести по цене в среднем 800 рублей за флакон объемом 200 мл. Производитель рекомендует приобретать шампунь только в аптеках или на проверенных интернет-сайтах, так как риск купить подделку и разочароваться таким образом в продукте довольно велик.
правило применения употребления шампуня заметно отразится на состоянии локонов, если лечение им начать в правильный период. Начинать его следует в фазу бездействия, время, когда выпадение волос происходит наиболее активно, а новые волоски при этом не растут. Эта фаза имеет свойство продолжаться в среднем до года, и за это время внешний вид прически может заметно ухудшиться. Подробнее о фазах роста волос читайте на нашем сайте. Шампунь Диркоз может использоваться как совместно с ампулами, входящими в гамму Неоженик, так и самостоятельно. При одиночном употреблении шампуня существенного роста волос не происходит. Зато они становятся гораздо мягче, послушнее и, что немаловажно, объемнее и плотнее. Также происходит благоприятное воздействие на кожу головы, профилактика заболеваний покровов, предотвращение сухости или чрезмерной сальности, стимуляция фолликулов. Мытье волос шампунем осуществляется по стандартной схеме: нанести на влажные волосы, вспенить, оставить на 1 минуту для более глубокого воздействия, тщательно смыть. Он является гипоаллергенным продуктом и разрешен к ежедневному применению. Эффект от использования: используя шампунь совместно с ампулами для роста волос, можно достигнуть максимального эффекта всего за 3 месяца, кардинально преобразив внешний вид прически. Недостатком ВИЧ и Диркоз Неогеник можно считать его стоимость. Однако, учитывая то, что шампунь является профессиональным средством для восстановления волос, существенным его вряд ли можно считать. Узнайте больше о средствах для улучшения роста волос благодаря следующим статьям: что такое стимулятор роста волос, виды и правила применения, лучшие лосьоны для роста волос, принцип действия и рецепты приготовления в домашних условиях, как действуют кремы для роста волос, обзор популярных тоников для роста волос, насколько эффективны мази для роста волос, секреты выбора хорошего бальзама для роста волос, полезные видео ВИЧ и уход за волосами, шампунь, который лечит.